Доступно, вкусно и полезно. Камчатский край невероятно богат на рыбу, которая пользуется спросом у рязанцев. Горожане уже знают, что у торгового центра «Премьер» работает выставка продажи «Икра и рыба камчатская», где любители икры и рыбы покупают вкусные, а самое главное – свежие, незамороженные рыбные деликатесы. Очень хорошая, вкусная рыба. Нравится она мне по вкусу и всего. Ну как, приезжают, так и берем. Сначала одну попробуем, потом другую. Нам нравится. Нам нравится, очень хорошо. Я купила почти полкило икры. Я у них всегда покупаю. Как только объявят, что с понедельника, я всегда покупаю у них икру. Для профилактики и лечения модных нынче вирусных заболеваний предлагают самые разные лайфхаки. В том числе особые диеты. По словам врачей, более тяжело заболевания протекают у людей с дефицитом витамина D. А этим витамином как раз богата морская рыба. Например, чевыч, которую еще называют королевским лососем. Какую рыбу решили взять? Чевыча. А почему его? Потому что там много омега-3 и микро, и макро, да. По телевидению передавали, что на первом этаже продается камчатская рыба. Покушать надо. Камчатская вкуснее. И икра тоже вкуснее. Шустро работает. Не обвешиваю. Другой камчатский деликатес, который здесь можно приобрести, это икра. Состав натуральный, уверяют продавцы. Сама икра и соль. Она богата витаминами А, Д и Е, а также белками и фосфором, кальцием и полинасыщенными жирными кислотами. Выставка продажи икры и камчатской рыбы расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 21 мая включительно. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».